Имеют ли ученые право на политическую позицию? Должен ли он отделять свою научную позицию от позиции политической? Должен ли он нести ответственность за политическое использование результатов его научной работы? Все эти вопросы преследуют науку на протяжении всего ее существования, и сегодня они звучат особенно громко. В поиске ответов на эти вопросы одним из авторитетов часто становится Макс Вебер, немецкий философ начала 20 века, который сформулировал целостное мировоззрение, целостный взгляд на то, что такое наука, и фактически предложил определенную этику занятий наукой. Часто позиция Вебера трактует таким образом. Ключевым здесь является термин «свобода от ценностей». Идея состоит в том, что наука находится вне конфликта ценностей. Ценности достаточно много, между ними существует постоянный конфликт. Этот конфликт никаким образом невозможно разрешить, и наука должна только спокойно и безучастно наблюдать за этим конфликтом. В этом случае наука выходит за пределы ценностных разногласий. Другая версия той же самой позиции состоит в том, что наука не может полностью выйти за пределы ценностного поля, но у нее есть своя собственная ценность, ценность истины, которую она преследует. И в этом случае также для нее конфликты между всеми прочими ценностями являются интересными, но она не принимает в них никакого участия. Она спокойно взирает на них из тиши библиотеки или с высоты башли из слоновой кости и не ввязывается в ценностные конфликты. В обоих случаях получается, что наука и политика — это разные миры. Что тот, кто сделал свой выбор в пользу науки, тот, кто решил положить жизнь на науку, обязан не входить в политические баталии. Сегодня эта позиция часто служит основанием для тех, кто считает, что в науке нет места политики, что наука университет и вообще зона научных исследований должна быть полностью отгорожена от политики. Проблема с этой интерпретацией стоит в том, что она прямо противоречит деятельности самого Вебера. Вебер всю жизнь старался быть политически активным. С самого раннего времени он имел довольно твердые политические убеждения и был заинтересован в их проведении в жизнь. В особенности активным он становится в послевоенный период, когда участвует в создании германской демократической партии, потом баллотируется от нее в парламент безуспешно и участвует в подготовке Вемерской конституции. В этот период Вебер — один из наиболее влиятельных политических интеллектуалов. Он пишет публицистические тексты, он выступает с речами, он один из самых заметных людей в немецкой политике. В это же время он выступает с двумя докладами, из которых, собственно говоря, обычно и воспроизводится, воссоздается его взгляд на соотношение между наукой и политикой. Два доклада из, так беру Беруф-серии. Наука как призвание и профессия и политика как призвание и профессия. Оба доклада носят в своем названии термин Беруф. Немецкий термин, который обозначает единство профессии и жизненного призвания. В это же время Вебер пишет текст, который впоследствии уже после его смерти станет называться хозяйство и общество текст энциклопедии, где предлагает целый ряд анализов, влиятельных анализов, которые почти что до неразличимости смешиваются с его взглядами на науку и политику. Как это возможно? Как возможно, чтобы Вебер, который, казалось бы, завещал нам быть свободными от ценностей, был настолько вовлечен в политическую жизнь? Может быть, он сам был не в состоянии выполнить свои собственные рекомендации? Проблема с этой интерпретацией в действительности состоит в том, что она попросту неверна. Она стала особенно распространенной и влиятельной в Соединенных Штатах вскоре после смерти Вебера, а оттуда распространилась на другие страны. Однако она, во-первых, просто противоречит взглядам Вебера, во-вторых, она непоследовательна и противоречива внутри себя, а в третьих, она создает для любого ученого невыносимый психологический конфликт. С одной стороны, он полностью отдается науке, и в случае социальным ученым это наука о социальном мире. С другой стороны, он должен быть индифферентен безразличен и фактически циничен по отношению к этому миру. Для него это всего лишь навсего шахматная доска, на которой разыгрываются партии, в которых у него нет никаких ставок. Чтобы понять, почему этот взгляд, эта интерпретация на самом деле несовместима с веберской философией, нам придется пройтись по основным понятиям того философского течения, которому Вебер принадлежал. Баденской школы неокантианства, которая была достаточно влиятельным течением в немецкой философии в начале XX века. Приятель Вебера, у которого он берет многие из своих основных понятий, Генрих Риккерт, так формулировал основные положения этой философии. Прежде всего существует особое царство ценностей, в котором ценности живут вечной жизнью и э, ничто им в этом царстве не угрожает они существуют там, подобно греческим богам на Олимпе. Между ними бывают ссоры, скандалы, даже какие-то войны. В общем, у них такая жизнь вне истории. К этим ценностям принадлежат, например, истина или красота, и подчас они не могут друг с другом договориться. Однако ценностям требуется некоторая материализация. Им чтобы вся их игра не оставалась просто воздушными замками, им требуется какой-то способ реализоваться в истории. Им нужно стать действительными, поскольку сама по себе их жизнь лишена всякой действительности. Это просто идеи, платоновские идеи. Поэтому ценностям нужно превращаться в действительность и иметь возможность эту действительность структурировать. Иными словами, им нужно... Воплощаться в историческом процессе, они ткут культуру, они структурируют культурную жизнь, и все знакомые нам культурные институты так или иначе отсылают к определенным ценностям. Если угодно, то культура и история представляют собой площадку для борьбы между ценностями. Но как они это делают? Как они проникают из своего царства ценностей в царство действительности, как они преодолевают этот разрыв? И вот как раз здесь на сцену выходит человек. С точки зрения этой философии, функция человека состоит в том, что он проводит ценности в жизнь, что он наделяет их действительностью. Человек, с точки зрения неокантианцев, ценностное существо. Для него на их языке ценности имеют значимость. Это отличает человека от всех остальных существ. Ни одно другое живое существо не признают никаких ценностей, не осознают их значимости, а потому не имеют ни культуры, ни истории. Что же касается человека, то человек, проводя определенные ценности в жизнь, будучи под их влиянием, наделяет свои действия и в конечном счете свою жизнь смыслом. Поэтому Рикерт называет это царство промежуточным царством, срединным царством или царством смысла. Человек ⁇ существо, которое наделено способностью придавать свои... Действием смысл придавать своей жизни смысл. Именно так именно за счет человека ценности проникают в действительность, будучи осмысленными. В конечном счете, вся человеческая история и человеческая культура это просто-напросто игра ценностей. Мы, если угодно, являемся с точки зрения этой философии игрушками ценностей. Они манипулируют нами для того, чтобы выиграть, победить в этой исторической битве, для того, чтобы историческая действительность стала такой какой им хочется. Очевидно, что если мы посмотрим на этот понятийный аппарат, который полностью заимствует Вебер, то сам по себе термин «свобода от ценностей» не имеет вообще никакого смысла. Человек всегда проводит в жизнь те или иные ценности, хочет он того или не хочет. Единственное, пожалуй, состояние, когда он может быть свободным от ценностей, это если он находится в коме. Во всех остальных случаях человек ценностное существо. Единственное, на что он может рассчитывать, это сделать сознательный выбор относительно того, каким ценностям он готов служить. Именно на этом настаивает Макс Вебер. И поэтому смысл его требования, которое по-немецки формулируется в термине wertfreiheit, это на самом деле не свобода от ценностей а свобода от практических оценок. Иными словами, Вебер настаивает на том, что в научной деятельности мы должны воздерживаться от того, чтобы выносить практические оценки, от того, чтобы считать какие-то вещи желательными или нежелательными, плохими или хорошими. Вот такие практические оценки мы должны приостановить, мы должны оставить их за бортом, пока мы занимаемся научной деятельностью. Это не означает, конечно, что мы должны лишиться ценности, это было бы просто невозможно в веберовской философии. Итак, смысл веберовского требования заключается в том, чтобы отделять друг от друга практические оценки с одной стороны и вопросы эмпирических фактов и логических рассуждений с другой стороны. Вот, собственно, и есть его основное этическое требование. Однако, как его реализовать? Как нам одновременно быть под влиянием ценностей и свободными от практических оценок? Для того, чтобы решить этот вопрос, Вебер заимствует у Рикерта еще один термин. Термин «отнесение к ценности. Идея отнесения к ценности состоит в том, что в момент формирования нашего исследовательского интереса мы можем зафиксировать, какая именно ценность руководит нами, когда мы ставим тот или иной вопрос. Мы, проявляя интерес к определенному предмету, ставя определенную научную проблему, формулируя определенный исследовательский вопрос, можем спросить себя, что заставляет меня в этот момент начать научное исследование? Какая ценность управляет мною? И всегда на этот вопрос будет тот или иной ответ. Именно поэтому на самом деле простое отсутствие знания в любой науке не является достаточной причиной для того, чтобы начать исследование. Нет, мы должны иметь некоторое вдохновление ценностью. Она должна заставить поставить вопрос. По этой же причине, между прочим, все такого рода вопросы не бывают приватными. В том смысле, что не может существовать вопрос, который был бы интересен только мне и больше никому. Ведь я являюсь культурным существом. Я располагаюсь в той же самой исторической и культурной ситуации, что и другие люди. И с этой точки зрения я нахожусь с ними на одном и том же этапе противостояния ценностей. А значит, между нами рано или поздно возникнет некоторая общность интересов. Она же ценностная общность. Поэтому то исследование, которым я занимаюсь, так или иначе будет интересно другим людям. По-другому быть не может. Однако после того, как мы проводим отнесение к ценности, после того, как мы фиксируем свое ценностное содержание, мы вступаем в область чисто логического или эмпирического рассуждения. И вот здесь мы должны приостановить полагание ценности. Мы должны приостановить ее утверждение. Да, мы по-прежнему в некотором смысле являемся воинами этой ценности, но мы должны воздержаться от того, чтобы проводить ее каждую минуту. Благодаря этому мы вступаем, в... мы вступаем на территорию рационального рассуждения. Единственное, что имеет значение на этой территории, это насколько последовательно, логично и рационально мы рассуждаем. Но и другие люди, которые вступили на эту территорию, тоже должны подчиняться этому принципу. А это означает, что мы обретаем удивительную возможность. Как только мы вошли на эту территорию, то все наши ценностные разногласия теряют смысл. Здесь они не действуют. Здесь действует только сила аргумента, только сила рационального рассуждения. И мы оказываемся в состоянии делать то, что не в состоянии делать в обычной жизни. Мы оказываемся в состоянии спорить со своими политическими оппонентами, со своими ценностными врагами. И более того, не только спорить, но и соглашаться с друг с другом, находить с ними общий язык и вместе продвигаться к более последовательному, более рациональному знанию. Вебер спрашивает, что общего между католиком и масоном. Нет никаких шансов на то, что они когда-либо придут к согласию по последним вопросам своей жизни, что они когда-либо достигнут ценностного консенсуса. Однако, как только они входят на территорию науки, но только они входят на территорию рационального рассуждения, у них появляется возможность соглашаться по некоторым вопросам. Как они будут использовать знания, которые они получили из этого рассуждения? Какие выводы они из этого сделают для своей практической жизни? Что они будут считать хорошим, а что плохим? Это, конечно, вопрос, который может быть решен только в связи с их ценностной ориентацией. Но внутри этого рассуждения они могут достичь полного согласия. Итак, смысл требования Вебера требование свободы от оценки состоит в том, что мы должны четко разграничивать практические оценки, с одной стороны, и логические эмпирические суждения, с другой стороны. Значит ли это, что мы не имеем права на практические оценки, не имеем права на практические оценки, скажем, в тексте научной статьи или в аудитории? Нет, говорит Вебер, не обязательно. Важно лишь то, что мы четко проводили границу чтобы мы могли четко указать, вот здесь заканчивается рациональное, общезначимое суждение, которое я выношу, с которым обязан согласиться каждый, и начинается мой взгляд с точки зрения той или иной ценностной позиции, которую я занимаю. Здесь появляется место для того вывода, который я для своей ценностной позиции делаю из своего рассуждения. Скажем, если мы рассуждаем о природе э, тиранических режимов, то мы можем найти согласие как с противниками тирании, так и с сторонниками тирании, и даже с теми, кто относится к ней индифферентно. Однако каждый из нас сделает разные выводы для себя из того знания, которое мы получим в результате достижения этого консенсуса. Более того, Вебер весьма скептически относится к идее о том, что у исследователя может вообще не быть никакой ценностной ориентации, которая руководила бы им в этом исследовании. Собственно, а откуда он взял тогда э, свою научную проблему? Откуда взялся исследовательский интерес? Э, Вебер полагает, что подлинное исследование делается со страстью. Подлинное исследование требует вдохновения. А значит, тот вопрос, который был поставлен перед исследованием, должен каким-то образом двигать исследователя, вдохновлять его должен управлять его мотивацией, должен постоянно поддерживать его возбуждение в отношении объекта исследования. Вебер думает, что когда пытаются представить науку ну, такой чистой девой с чистыми руками, на самом деле просто пытаются протащить контрабандой некоторые ценности в свое исследование, возможно, отчасти даже не осознавая этого. И вот такой тип ценностного утверждения Вебер раздражает больше всего, потому что, говорит он, ни у аудитории, ни особенно у студента нет способа защититься от него, потому что ценностное убеждение выдается за нечто самоочевидное или даже за результат научного исследования. Вебер говорит, что основной принцип интеллектуальной честности состоит в том, чтобы разделять эти вещи. Собственно, в этом и состоит единственное и главное требование, которое он э, предъявляет ученому. Он говорит, будь интеллектуально честным, имей мужество сказать, что здесь находится моя ценностная позиция, а здесь находятся факты, которые подчас могут мне не нравиться. Выбор категорически против э, веры в то, что наука может рассказать нам, в чем состоит смысл жизни, что наука сама по себе может сделать жизнь лучше, что в ней содержится некоторая цель, в ней самой содержится некоторая ценность, которая оправдывала бы улучшение мира. Нет, разумеется, в его философии для такой позиции нет места, поскольку между ценностями существует вечный конфликт, и наука точно не та инстанция, которая может разрешить его. По этой же причине Вебер запрещает проповедовать политические взгляды в аудитории. Раз наука не имеет никакого, никакой монополии на решение политических вопросов, не имеет никакой монополии на объяснение того, в чем состоит смысл жизни, значит тому ученому, который хочет проповедовать место не в аудитории, а в публичном собрании. Ему не следует злоупотреблять доверием студентов и тем фактом, что они не могут ему возразить тем фактом, что они обязаны его слушать. Вместе с тем, это вовсе не значит, что в, скажем, пространстве университета нет места для политических дискуссий. Важно, что такого рода дискуссия должна давать всем сторонам право на полемику. Это то, что невозможно в рамках научной лекции, скажем. То, что невозможно в взаимоотношениях между профессорами и студентами. Именно поэтому Вебер говорит, там, где мы транслируем студентам знания, мы должны ограничивать себя от проповеди. Там же, где мы хотим научить их жизни, внушить им собственную жизненную позицию, мы должны четко дать им понять, что с этого момента мы перестаем быть для них непререкаемыми авторитетами, с которыми невозможно спорить, и становимся равными с ними. Они могут нам возражать. Точно тоже относится к любому политику. Он может прийти в аудиторию, но не должен рассчитывать на то, что он будет обладать авторитетом ученого. Нет, он просто э, публичный э, спикер, публичный оратор, который должен встретить возражения от тех, кто с ним не согласен, от тех, кто имеет с ним ценностное расхождение. Вебер говорит нам, даже чисто эмпирическому научному исследованию направление указывает культурные, следовательно ценностные интересы. Это означает, что... За любым исследованием всегда стоит ценностная мотивация. Нам никогда недостаточно нашей верности науке, чтобы начать исследование. Может ли, впрочем, быть так, что с точки зрения Вебера ученый должен быть верен только одной единственной ценности, ценности истины? В самом деле, Вебер говорит нам, выбери своего демона. Он напоминает нам о том, что выбирая одного бога, мы оскорбляем всех остальных богов. Так может ли быть так, что для Вебера единственным решением является следование одной уникальной ценности, ценности истины? Это, конечно, противоречило бы всей веберовской идее. Потому что с точки зрения Вебера, наука — это то пространство, где могут встречаться люди с разными ценностями. Это то пространство, за счет которого может происходить рационализация общественной жизни за счет которого представители разных ценностных позиций, политические противники могут входить на общую территорию и обсуждать там что-то вместе. Это, если угодно, зона безопасности, внутри которой те, кто обладает разными политическими предпочтениями, могут понимать друг друга. А значит, у каждого из нас неминуемо есть еще какие-то ценности, кроме ценности истины. Поскольку истина сама по себе... Просто поиск истины как таковой. Еще не содержит никакого практического импульса в себе. Вебер же полагает, что наука по необходимости является орудием рационализации. Что наука сражается не просто на стороне абстрактной истины, но является агентом рационализации мира. Каждый, кто выбрал для себя науку, вольно или невольно, принес присягу рационализации. Конечно, рационализация может пониматься по-разному. Однако идея о том, что борьбу за рационализацию можно извлечь, изъять из политического процесса, такая идея, конечно, абсурдна. С точки зрения выбора, каждый, кто сражается за рационализацию, должен понимать, что его ценность не является самоочевидной для других, а значит ему придется отстаивать эту ценность в политической борьбе. Это значит, что каждый из нас должен верить, что больше рациональности в мире – это достойная цель. Да, при этом мир невозможно рационализировать до конца. Однако привнести в него дополнительную рациональность – Обеспечить большую рациональность взаимодействия между разными позициями – это цель, к которой стоит стремиться. Если нужно резюмировать позиции Вебера, то ключевым словом становится термин, который он употребляет сам. Это термин «ясность». Вебер полагает, что Наука цена в первую очередь тем, что она вносит в мир ясность. Этот конфликт между ценностями, который неистребим и неустраним, она делает более прозрачным, более понятным. Запутанность игры ценностей благодаря науке становится более постигаемой для нас. Мы яснее видим разные ценностные позиции, мы яснее видим, к чему они нас обязывают, и благодаря этому можем понять, какой из них мы готовы следовать? Мы не можем избавиться от этого политического конфликта, но можем стать здесь хозяинами сами для себя, во многом благодаря науке. Таким образом, наука не замещает политику. Наука позволяет нам становиться политически сильнее.